Правосудие для всех, акт 2. Дислокация Сараево, Босния. Время 16:00 по местному. 14 апреля. А вы находитесь на канале Asmodee Play. Играем Снайпер 2. Кто там? Какой-то призрак. Юниформ Razer 32 вышел на связь с приоритетной целью Янки. Вас понял, Razer. Может доставить? Вроде бы он так думает. Только с этим парнем что-то не то. Не доверяю я ему. Прибереги свое мнение до успешного завершения задания, сержант. Держи цель на коротком поводке. Добудь фотки и сваливай. Подтверди. Да, сэр. Работаем. Работаем. Пушки взорвались. Это ваша работа, да? Хороший фейерверк. Но теперь мы идем тихо, ладно? Не нужно убивать всех, кого увидите. Только клоунов, у которых духу хватит спросить, куда мы идем. На твоем месте я бы заверил нас, что Владича мы точно увидим. Да, Владич сейчас в парке. С третьего этажа все отлично видно. Снимки у вас будут что надо. Идем, но осторожно. Тут повсюду солдаты. Пойдем. Так, у меня что, патроны-то? Ай-яй-яй. Всем занять укрытие. Ждем, пока прекратит. Там еще машина едет, блин. Да все, я скрылся уже. Так, подстройся под того, что у окна, и стреляй. Минутку. Открыть огонь! Не дайте поднять тревогу! Понять не могу. Подстройся, подстроился, и чё? А куда вы все убежали-то? Эй, вы охренели, что ли? Чё, всё на этом? Сходите, проверьте. Спокойно. Блин, я за вас всю работу сделал. Куча неудачников. На одного меня золотого только надежда. О, нет. Открыть огонь. Снимай их быстро. Для кого? Я не вижу никого. Блин, снимай их быстро. Если я их не вижу. Ну, сейчас ждать, пока закончат еще. Всем занять укрытие. Давай. Ждем, пока прекратит. Подстройся под того, что у окна, и стреляй. Открыть огонь! Не дай! Да как так-то? На ноги! Има мудрушка! У тебя что там, каска бронирована, что ли? На!
подожди. Сюда. Кучка уродов бесполезных. О нет! Открыть огонь, снимай их быстро. Сам давай. Подожди. Неприятельский снайпер напада. Так. Все чисто. Идем. Чисто. Блин. Вы кучка уродов просто. Два урода. Не взять ничего с вас. Блин. Одна слюна, то матерная. Еще на этаж выше. Подожди. Может, аптечка тут есть? Ну вот, кстати, эти бобины я не собирал. А их, видимо, собирать можно. Так что. Ну и хрен на них. Так, фильма. Что вы замерли-то? Там фотоаппарат еще такой, который внимание заслуживает. Че, живьем сжигайте. Могильник. Владича я не вижу. Бог ты мой, что за херня творится? Нет. Давай покончим с этим. Так. Шевелись быстрее. Ну подожди-то. Все вроде. Сфотографировал. Господи. Вот сволочи. Мы должны пойти туда и убить их всех. Черту задание Уиллера. Слушай, мы с тобой давние друзья, поэтому я сделаю вид, что ничего не слышал. Вытри сопли и приди в себя немедленно. У нас нет права на ошибку. Ты сказал, что Владич будет здесь. Ты что-то задумал, да? Да откуда мне нафиг знать, где сейчас Владич? Этот урод небось валяется где-нибудь пьяный в стельку и в луже мочи. Как я могу знать наверняка? Карл, наша цель не Владич. Мы должны доставить пленку. Ты видел, что здесь творится? Почему мы тут торчим? Нужно завалить Владича сейчас, чтобы потом не возвращаться. Карл, смерть одного человека ничего не изменит. Мир должен увидеть кадры с пленки. С чего это не изменит? Вроде надо. А Гитлер? А сколько еще невинных людей умрет, прежде чем кабинетные крысы поднимут свои толстые задницы и что-то сделают? Да им похрену. Мы не знаем, где сейчас Владич. Кабинетным крысам вообще. Я знаю про одно место. Я иду искать задание. Если надо, в одиночку. Мать твою. Вот и порешили. Ты покажешь нам, где Владич. Обманешь нас, и ты труп. Понял? Да. Да, я понял. Слышишь? Сюда движется танк. Прячься! Что теперь? Так. Вот
Тут вам и магазин. Все в порядке, мы выйдем с другой стороны. Держитесь поближе и делайте, что скажу. Ты дорогу показывай. И не вздумай что-то учудить. Быстрее давай, у тебя откуда ключи-то? Хорошо, пошли. Что-то не целится даже. Не целится, не стреляет. Оружие не обменет. Вон там, уберите этих солдат. Доставай нож. Тот сукин сын, что слева, мой. Без проблем. Вот так. Значит, любишь кровь, да? Ну и как тебе это? Ну, теперь ты. Парень, держи себя в руках. Я все понимаю. Люди Владичу очень жестокие, так им и надо. Заткнись уже, идем. Тащи свою жопу, быстрее. Давай. На, спрятался ты удачно, конечно. Грех жаловаться. Беги. Ну, смотрите, аптечки зато у меня полные. Выключишь вон того часового. Другой на мне. Главное, чтобы они не подняли тревогу. Понял. Минутку жди. Как ты его? За мной. Я его замечательно. Без сожаления. Это же всего лишь игра. Ни больше, ни меньше. Давай. Какими катакомбами ты нас ведешь? Снимаем его по-тихому. На! Вот тебе. Куда уж тише-то? Чёртовы минометы. Тут на каждом шагу опасность. Как вы вообще умудряетесь выжить? У меня двоюродный брат в Нью-Йорке. Так он каждый день по 5 часов стоит в пробках. Как тут выжить? Все как в джунглях. Приспосабливайся или умрешь. Посмотри. А теперь что за дерьмо там произошло? Эй! Бежи, деутаты! Чукелы! Мы ничего не сделали! Ой-ой-ой! Женщина с ребенком? Спокойствие и не вступай. Старик! Прыжи! Я знаю эти люди. Сейчас разберемся, без проблем. Ждите здесь. Нет. Меринов. Ждем. Друзья, привет. Дерьмо. Это я, Меринов. Я тебя вспомнил. Ты продал мне 10 липовых часов, сказал, что швейцарские оказались китайским дерьмом. Какая удачная встреча. Живы, гони мои деньги. Этот козел нам нужен живым. Вот патрон, твой американец. Держи тыка. Вижу вдалеке новые силы противника. Еще высаживаются. Ну, поехали. Если еще вот такое сотворить, блин.
Да блин, что вы за... Переходить от укрытия к укрытию. А если... Теперь что за дерьмо там произошло? Сохраняй спокойствие и не вступай. Прыжи, прыжи! Давай. Виды как у Пэджи. Ублюдки. Сейчас разберемся, без проблем. Нет, Меринов. Друзья, привет. Дерьмо. Это я, Меринов. Ой, овощи, Роня. Все чуть. Про нас ими, где соглажный сапкова. Давай. Ну мы поняли про часы уже все. Вижу вдалеке новые силы противника, все высаживаются. Ну, поехали. Да подожди ты. Если еще раз такое сотворит, я его сам убью. Это место полное дерьмо. Нужно занять хоть какую-то чертову высоту. Кажется, чисто. Идем. С хрена ли чисто-то? Ага. Подожди. На. А теперь сверни ему шею, этому огрызку. Никаких фокусов, засранец, понял? Мы здесь не за тем, чтобы спасать твою жалкую задницу. У меня все было под контролем, пока вас не заметили. Хватит. Сколько еще идти до Владича? Недалеко. Идем. Прячемся от снайперов, идем через стоянку. Кстати, а что было бы, если бы мы не стали бы стрелять, подстрелили бы его? Надо было, кстати, посмотреть. Кто играет, посмотрите обязательно. Пристрелят его или не пристрелят. А то уж заинтриговал. Ну. Заходи. Ну ни хрена себе. Черт, тут считай негде развернуться и кругом полно врагов. Здесь всегда спокойно. Я не знаю, откуда они взялись. Ты местный, ты должен это знать. Смотрите, там электрощит. Вы ведь можете незаметно прокрасться и отключить свет, да? А может, ты это сделаешь, крысеныш? Нет, он нам еще нужен. Ладно, прикроешь мне спину. Готовьтесь уходить сразу, как погаснет свет. Что бы ты ни делал, всегда держи оружие заряженным. Надо держаться в тени. Давай. Došao sam pre nekoliko dana. Kakva je situacija? Dosta često ulazite u kontakt sa neprijateljskim borcima ovde? Borcima? Tak, ja pošao. Smijelaj me. Šta to treba da znači? To znači da treba da prstaneš da budeš najbolji. Idu, idu, idu. Надеюсь, я слишком далеко, чтобы они смогли отреагировать. Так. Вот патрулю по кругу ходить не надо. Не надо ходить по... А что, стрельнуть никак было? Или можно было стрельнуть? Давай, подожди. Могу не добить свой беденный руку из-под лица. Так куда отъеби.
ночная оптика, уходи от них. Да я... Стараюсь. Едва да могу да видим свою проклятую руку из-под лица. Прямо томе, чекай мало. Подожди только. Не останавливаемся. Без викания. Покушать чудо, повяжем жице и братим светло. На фонари главное не попасть, а то у них фонари могут быть. Вот он, за колонной. Я один здесь. Использую нож. Да без проблем, я об этом только что и думал. На. Ты там вырезал своего? Ну вот. Экономим патроны. Убежали. Они нас не преследуют, но то спасибо. Мы близко. Нужно только пройти через парк. Пойдем. Подожди секунду, я взгляну. Да вроде как нормально. Ожидалось. Снайпер на крыше разрушенного здания в том конце. Это тяжеловато, расстояние серьезно. Блин. Давайте, вы идете. А тут везде снайперы. Тут везде снайперы. Ладно. Подожди секунду, я взгляну. Как и ожидалось, снайпер на крыше разрушенного здания в том конце. Будет тяжеловато, расстояние серьезное. Здесь совсем никого не нравится. Нормально. Иди за мной и будь готов к бою. Давай, тут где-то... С этой стороны снайпер был. Там где-то снайпер был. Ну чё ты, блин, встал-то? Вот так. Не мог быть один. Движемся быстро от укрытия к укрытию. Не светимся. Идем. В смысле, ты меня отпустил как приманку, что ли, специально ничего не говорил? Ложись живо! Эти стены должны нас закрывать. Осторожнее. Черт, вверху, прямо перед нами. Мы как на ладони, стреляй! На! Солдаты приближаются! На той стороне площади! Огонь, огонь! Займите свои позиции! Не пушайте их до прочу! Все мертвы. Одного только вы завалили. У нас нет выбора, заходим потихоньку. За мной. Русалки. Нет проблем. Да где ты? Не вижу. Так. Ну и где он?
Короче, пока сам не вычислишь, хрен тебе кто подскажет. Ой-ой-ой, страшное место. Давай. Твою мать! Здание вдалеке, третий этаж. На. Идем. Попал. В городе стало опасно только тогда, когда вы тут появились. Поплачься. Сказал тебе не отходить. Вот что происходит с идиотами. Так, что у тебя там? О боже, держи, дракачу. Бедняга. Выкосим этих уродов нахрен, Андерсон. Карл, нет. У них серьезное преимущество. Пожалуйста, послушайся его. Мы едва пробрались через парк. Ладно. Давай хотя бы разберемся с теми, что на дороге. Подожди, тут. Со мной. Осторожнее. Куда? Сюда пойдем? Давай, веди. Держись ближе к земле. Не светись, можем разойтись. Хорошо, пошли. Те, что на дороге. Не дохрена ли их людей-то тут? Вах. Еще враги. Видно, у них срочное дело. Сюда. Аж бегут. Давай. Идем. Блин. Проходите. Так. Один-одинёшенек там. Давай, с ножа ты его как утащишь? Ликвидирую его по-тихому. Опять я. Да. Занимай позицию. Я прикрою твой зад. Прикрывальщик. Да подожди, он идет. Делаем другу вид, что якобы не видим. Что там? Вон того часового. Другой на мне. Главное, чтобы они не подняли тревогу. Понял. Давай, сейчас. Минутку жди. Отличный выстрел. Поднимемся на это здание. Там отличный обзор. Пойдем. Вот это разрушено, как я понимаю. В целые нас не пускают. Так. Сербы попали сюда из миномета. Боснийцам, которые тут прятались, не повезло. А вот нам как раз товарищ наоборот. Товарищ Меринов пока не собирается на тот свет. Так что я все ставлю на вас. Мне нужно подготовить вашу отправку. Встречаемся под съездом с магистрали. Я жду 1 час и ухожу. Хорошо. А теперь исчезни. Пусть духи Сараева будут довольны местью. Давай. Смотрим теперь. Так, нажми, чтобы использовать... бинокль, выделить врагов. Так, там Владич, а с ним еще 7. Возможно, еще кто-то внутри. Нам придется очень несладко. Все точно как в Ираке. Да пипец, как несладко. Пора завалить старуху с косой. Ну, ты сейчас босс. 1 выстрел, постарайся. Постарайся. Так.
Ого-го-го-го. Спасибо. До всегда, пожалуйста. Я бы не хотел, чтобы с тобой что-то случилось. Там их несколько. Ищи их по солнечным бликам в оптике. Давай! Подожди. Первый есть. Подожди минутку. Второй есть. Вставай. Враг движется в нашем направлении. Беглый огонь. Перезарядимся. Кажется, они злятся. Конечно. Давай. Так, что, по тебе стрелять? А теперь он ни по кому стрелять уже не будет. Владич, не дайте ублюдку уйти. Цель на втором этаже, слева. Давай, где ты? Цель на втором этаже, слева на краю. Первый этаж, окно справа. Вот так вот. Пробили пузо тебе. Яблочко, напарник. Крию все сгради. И с этой таи. Ничего не понимаю, что нам нужно. Уходить. Ну вот это я понимаю. Давай, 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 давай. Шевели батонами. Так, подожди, подожди. Вы что, так и будете подходить? Даже перезаряжаюсь. Ждем. Ждем. Да. Вот так. На этом точка. Бегом, нам нужно успеть к самолету. Еще и к самолету успеть. Да. Да, действительно, это точка. Бухает уже. Эй, друзья, я слышал по радио последние новости. Нам есть что отпраздновать. Ерунды не мели. Нам сюда направляется сотни сербских ополченцев. Пора убираться отсюда. Обязательно. Ну, по стаканчику успеем? У меня тост. Пусть души тех из Сараева будут довольны местью. Опять не договариваешь. Вы так и не научились расслабляться и наслаждаться жизнью. А теперь это делать поздно, пожалуй. Предал. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.